Hey, you guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием Flowing Kings. Так, я пришел, короче, в город Богомолов слушать. И вновь приветствую. Плохой... Так, племя этой деревни тоже уже знакомо. Знакомо. Кажется, они немного не доверяют чужакам, мягко говоря. Но они не сошли с ума, нет. Чума выта... Так, витающая в воздухе и затуманивающая разум низших жукам. Ей они... противятся. Они до сих пор сохранили ум и честь, как и свои смертные обычаи. Хочу дать тебе совет, дружок. Если хочешь бросить вызов правительницам этого племени, твой гвоздь для этого, скажем так, немного туповат. Тут рядом есть город, старая столица Хеллоустена. Слыхал я, там поселился кузнец гвоздей. Найди старика, и он так намного облегчит твой путь. Где это? Так, и я сам держу путь в тот великий город, так что если ты будешь искать кузнеца, мы, возможно, встретимся снова. И я сам... Так. А где этот кузнец, ты говоришь? Мне нужно вниз, если что, еще спрыгнуть. Я тут еще не был. Подлетели. Вниз, посмотрим, что здесь. Так... Заперто. Тихо. Чувствую, это будет немножечко долговатое место для меня, или нет? Считай, сделал сразу два среза. Так. Там, в принципе, тоже я вижу. Раз. Два. Открываем сразу тут себе путь. Тут еще есть какая-то дорога. Пойдемте сюда, сходим. А, не впускаешь меня в свой город, окей. Так, окей, тогда куда нам... Ой. А главное, вот сами жуки, они не коцаются. Тихо. Я понимаю. Понимаю ваши чувства. Так. Здесь я открыл уже проход. Вниз. Так, готово. Минус. Ой, чуть не использовал силу. Ну что, поехали вниз. Так, ну как он говорит, он туповат, да? Будет мой меч. Блин, не, давайте, ладно, это боссы, это я понял. Но я все равно, типа, открыл себе шапку, да?
Вот, блин, я еще тут что-то упустил, тихо. Я еще здесь упустил золотишко. Это чтоб все равно, если я буду обходить, да, чтобы не так долго это все занимало. Да. Так, добро. Что мне получается нужно сделать? Нужно подняться наверх. Сверху я дойду. Сверху, сверху, сверху. Я дойду до нужного места. Если все будет окей, я смогу подняться, да? По идее, пойдем где-то здесь. Или я здесь уже был? Стоять. Кажись, я... Ай, ч... ауч. Кажись, я... В кнопках путаюсь. Да, я сюда не могу попасть. Нормально. А, я еще пусть не отхилился. Обожаю эту игру. One love this game. Блин, ладно. Когда посрать на богомолов, бежали нахер отсюда. Нафиг, нафиг от этих жуков. Пойдем на выход. Так, у меня есть светлячок, я могу пойти в темное место, где я только не знаю, где это. Как раз я могу уже с ними не драться, просто их вот так перепрыгивая. Просто перепрыгивая. То, что только минус то, что я буду очень долго идти. Зачем мне с вами драться? Если могу просто вас оббежать. Так, вот здесь теперь я могу подняться. А здесь я уже... Я здесь был. Оказывается, я мог просто оттуда пойти сразу сюда. Ох ты ж, ё-моё. Воу-воу-воу-воу. Тише, тише, тише. Опасный, опасный. Так, тут ничего. Так, а тут я не помню. А, тут я тоже был, там тоже ничего такого. Так, я сюда еще не лазил. Я сейчас еще заблужусь. В этих мерках грибных. Срез.
Можно срез. И что здесь? Что я здесь могу найти? Кто плакал? Кто здесь плакал? Так. Здорово, все. Можешь идти. Нет, одно хп. Нет. Все, минус. Просто я минус. Я в минусе, 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 я в минусе. Изи минус душа, изи минус деньги. Вперед в атаку и с песней. Так, ладно, наверх, наверх. Вверх, вверх, вверх. Сюда наверх. И что мне делать? Что мне делать? Что? Хорошо. Хорошо. Так, окей. Мне нужно теперь наверх, хер знает куда лезть. Ах ты зараза. Охилиться эту я еще не могу. Давай, давай, вперед, вперед, вперед. Так, раз энергия. Короче, нужно их убивать все-таки. А то я потом буду очень долго все это делать. Так, готово, можно спрыгать. Готово. Готово, готово. Угу. Почему он не отпрыгнул? О. Так, споровой гриб. Неа. Отлично. Делимся. Там наверху... А, там от этого гриба взрывника. Точно. Thank you.
Ауч. А теперь главное понять. Я... Если ничего понимать не надо. Если ничего понимать не надо. Так, хилимся. Как раз я насобираю сейчас себе на этот ключик. Который мне нужен. Так, наверх, наверх, наверх. Окей. Еще нужно будет за эти споры прочесть. Что не дают? Что дают споры? А, точно. Я ж теперь могу туда залезть. Быстрее сказать, сюда. Ай. Бэмц. Кусочек маски. Еще один остался, и у меня будет фул хп. Еще один кусок маски нужен. Плап-плап. Она все равно такой собеседник. Никудышный. Отлично. Так. И там еще есть дорога, ё-моё. Вот чёрт. А что делать? Ладно, давайте... Блин, обижать туда довольно... Довольно долго слушаться. Особенно через обходы. Я могу сделать вот как. Пойти в зеленую тропу, посмотреть быстрый путь туда. Туманный каньон, да. Как раз, как раз. Так, внизу как раз там этот же есть у нас. Это, да, проход? Как... А, он внизу аж. О, тихо, здесь еще денежка есть, оказывается, у нас. Оказывается, тут еще денежка была. И че? Блин, а вот этот кузнец на самом деле это хорошая вот новость. Что лично кузнец мне сейчас бы помешал. Кузнец, кузнец, кузнец. Еще нужно будет этот пост. А, здесь это же. Двойной прыжок нужен, да? Да, здесь полет нужен. Двойной прыжок, полет. Сложно. А, это камень этот. Понятно. Ищем обход. На самом деле запутаться довольно легко здесь. Вы не думайте. А, это анималой. Там этот. Вот этот кустарник. Так, мне нужно вниз.
Пойдем сохранимся. Как раз я посмотрю, что мне даст. Вот это спора. Так. Амулет из живых грибов спор. Активируется при контакте с душой. При фокусировании души рассеивает вокруг носителя облако спор. Прочищающий урон врагам. Причиняющий. Я могу еще один поставить, в принципе, почему бы нет. Мне все равно ячейка есть свободная, ненужная. И у меня уже есть 900 душ. Которые могу потратить так, как я хотел. Ау. Ау. Так, окей. Так, здесь эти грибки, это... А, у меня карты нету, да? И туда я тоже не пройду. Ну, чёрт! Просто минус сразу две души. Две маски. От одного же взрыва. Так, лавочка. Лавочка не поблизости. Мне кажется, я просто... лишние круги намотал. Вот ей-богу. Так, ну это здесь склад у нас, значит, да, и походу снова бегаю по кругу. Почему бы и нет, почему бы не побегать по кругу? Ведь бегать по кругу это классно, там модно, молодежно. Так, ладно. Блес. Рили-рили-рили, я просто побегал по кругу. Поехали. Мне нужно было забытое перепутье. Я не прочел на карте, и теперь вот такая вот херня. Так, ладно, сохраняемся и побежали. Да, кузнеца мне этого нужно срочно найти будет. Точить меч, если он говорит, что-то мне поможет, во-первых. Так, а теперь понять, подождите, куда мне идти? Грибные пустоши мне же ведь надо. Значит, мне наоборот нужно вниз падать. Значит, наоборот, мне нужно вниз падать. Так, отсюда я могу пойти сюда. Не хочу драться с ними, лучше пробегу. Так, там лавочка, там можно сохраниться, если вдруг, если я говорю, вдруг меня убьют. Ой, там еще где-то вход есть. А я разве здесь не был? Так, интересное место на самом-то деле. Я вообще не помню этого места.
Еще последний кусок маски, и у меня часть хпшки. Easy, guys. Так, хорошо. Я вообще лавочку искал на самом-то деле. А попал сюда. Зато да, оп, жизнь теперь у меня будет. Опа. А вы кто? И главное, что они со мной не разговаривают. Может, нужно еще третьего где-то найти? Так сюда забираться, ух ты ж. Нововведение для Шимики. Так, окей. Все, да. Я там, где мне нужно. Падаем, короче, вниз. Так. Здесь сохраняемся, идем на левую сторону. Так, стоять, а что у тебя тут было такое, цена? Я не хочу, ладно. Короче, пойдем на левую сторону, а потом пойдем вниз направо. Я и забыл, что там у нас тоже, видите, есть проход неизвестный. Потом сходим туда, куда знак жука ведет. Главное, чтобы я шел в правильную сторону. Я не хочу силу юзать. Я лучше маску... оставлю ее на следующий раз. Блин, а сколько всего можно масок? Мне и душ на самом деле не так много. Эх, ты ж ё-моё, вот почему я тут не мог пройти. А я тут и не пройду, да? Пока не научусь плавать в ней. Ладно. Плевать, пойдем вниз. Плевать, пойдем вниз. Шик, шик, шик. Так. Дальше прямо. Девка с пакетом пропала. Ой. Ой-ой-ой. Вот зараза. Так, смотрим. Все, теперь я могу пойти сюда пройти, потому что у меня есть когтики. Дойдем, давайте до конца уже здесь. Да-да, пойдемте до конца. Я так и знал. Я так и знал. Так, я могу здесь забраться наверх. моя энергия. Так,
Пол прути. Пол прути я сделал. Пол прути. Так, отлично. Туда. Так, большая статуя рыцаря на груди, у него так, углубление. Вставить герб города. Да. Сразу отхилюсь. А вот это меня немного тревожит. Не, давайте я, короче, здесь, я думаю, закончу, да? На, заперли, посмотрим, что там будет дальше. Ой, я тут могу. Ой, я выход нашел. А, не, не нашел. Ну, короче, как-то, ребята, так. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.